На расширенном планерном совещании в администрации Северского района обсудили работу по взысканию задолженности за аренду земельных участков. Сегодня на территории муниципалитета числится 3301 действующий договор аренды. По сравнению с январем текущего года, задолженность за аренду земельных участков возросла и составляет на сегодня более 19 миллионов рублей. Главам поселений рекомендовали усилить работу по взысканию задолженностей и, соответственно, увеличению доходов в бюджеты. Развитие материально-технической базы, организации спортивно-массовой работы в городских и сельских поселениях, доложил начальник управления по физической культуре и спорту Сергей Клименко. В Северском районе сегодня функционируют 200 спортивных сооружений. Имеющиеся постоянно ремонтируют и дополнительно оснащают. Строятся и новые. Из крупных объектов – долгожданный центр единоборств в станице Северской. На сегодня физическая готовность объекта составляет 27%. Сроки окончания строительства – июнь 2024 года. Заканчивается строительство новой спортивной игровой площадки в станице Крепостной. Для местных жителей это станет настоящим подарком. Открытие планируется в конце ноября этого года. В целом обеспеченность спортивными сооружениями в муниципалитете составляет более 54% от социального норматива. А по данным все той же статистики, систематически занимаются физкультурой и спортом у нас более 60% населения.